Я не хочу про всех говорить, там 21 документ был принят, зайдите на сайт. Какие ошибки вы обратили внимание? Значит, мы отменили распоряжение НКРЕ о повышении электроэнергии, внесли изменения по получению разрешения на строительство, теперь только по месту нахождения стройки. Ну, для Днепропетровска это не, ну, не так страшно, потому что в Днепре вы их получали, а вот для Павлограда и так далее, Кривой Рог как раз инициировал эти изменения, ехать сюда с этажным разрешением было очень удобно. Это все отрегулировали. Вот. Ну и еще очень много документов. Я просто не хочу сейчас на них останавливаться, в принципе, мы сейчас ну, годы. А что для нас с вами общее интересно? Мы приняли документ, который запрещает всем контролирующим органам давать лестеросъясные. Они должны выходить только наказом, который зарегистрирован в Минюсте. Потому что если это незаконное разъяснение, если оно письмо, вы не можете подать в суд. Это раз. И второе. Да, еще очень важный момент, это то, что дан месячный срок всем, не стыдно об этом говорить, они должны были это выполнить в 2005, но никто их не контролировал. Каждое министерство должно разработать лист вопросов и копию акта, которую они должны задавать во время проверки. Это то, к чему я... Скажите мне, пожалуйста, как это в фильме, носите список, пожалуйста. Чему я должна соответствовать? И чтобы я тогда как собственник посмотрела, так как птичьи поставила, все, у меня это сделано. Приходите, проверяйте. Потому что вот меня сейчас проверяла секретная служба, в прошлом году пришли, три замечания написали. Мы все аннулировали. В этом году приходит, думаю, я же все выполнила, сейчас будет без замечаний. Они другие прикрутно написали. А я же не знаю, чему я должна соответствовать. Это ж только они знают. То есть это бесконечный процесс, поэтому вот это тоже документ есть очень важно. И перед тем я хочу закончить, чтобы максимально больше лучше, чтобы вы мне дали сигнал какой-то либо вопрос, чем об этом всех документах, каждый, который мы проводили, это не выдуманный мной, это с вами с бизнесом проведенный, он есть очень важный. Там еще, например, есть очень важное распоряжение Москвы параллели. Ну, это мою была принципиальная позиция, я еще в 2000 году говорила, это премьер Ющенко. Это возвращение уважения к рабочей профессии.